Ольга, добрый день. Смотрим тогда, давайте ваш принт. Вы задали вопрос, что у вас тут не стыкуется, почему не получается. Вот он, ваш принт, когда он без фона. Вот он, ваш принт, когда с фоном. Почему такая ерунда? Очень просто. Вот мы его выделили. Вот отсюда сбоку вытаскиваем рапорт. Вытащился рапорт. И смотрите, у вас есть какая-то бесцветная рамка, которая вот как раз равна тому, что у вас происходит. Давайте посмотрим поближе, что это такое и зачем нам это надо. То есть вот это надо убрать, вот эту вот штуку. Она нам не нужна. После этого все вместе выделяем. Все, видите, никакой лишней рамки нету. И затаскиваем. Сейчас проверим еще раз. Что-то у вас там сбойнуло. Что именно? Ну, не знаю. Сейчас будем проверять. Дублируем нашу детальку. Давайте сюда сдублируем. И заливаем. Так, а что-то у нас овечки попами столкнулись вот здесь, вот смотрите. То есть он у вас изначально был сделан с дополнением. Тогда надо вот что сделать. Ну, потому что, видите, вот здесь вот ровненько все, да? А здесь вот они попками толкаются. Ну, вот, мне кажется, не очень здорово. Можно тогда взять наш с вами рапорт вот этот, опять его вытащить. И сказать ему, разгруппировать, взять вот этот вот прямоугольник и залить его вот таким фиолетовым оттенком. Поместить его назад. Так. И теперь выбираем все вместе и еще раз туда. Это рапорты, это такой момент, их надо, ну, как бы через себя пропускать. То есть это, несмотря на то, что автоматическая функция, она будет, ну, все равно требует подумать. Вот, смотрите. То есть если мы прям вот их вот так вот в край ставим, то получается вот такая штука, видите? Они толкаются попами с забором. Ну, я условно, да, просто что они стыкуются там. А здесь получается вот нормально. То есть вам нужно оставить вот этот прямоугольничек с закрашенным фоном. Тогда у вас все хорошо получается. Просто думайте еще раз про рапорт. А вы сделали так, что у вас внутри залит прямоугольничек, а снаружи вот и получились дырки. Надо дырки убрать. То есть если вам нужен даже рапорт, нужно его посмотреть, вы можете нажать на заливку или отсюда вот прям вот так вот его вытащить из образцов. Я больше люблю вот отсюда вытаскивать. Вот вы выделяете объект, который залит данной заливкой, и прям отсюда вытаскиваете. Вот он у вас стаскивается, рапорт. Имейте только всегда в виду, что он у вас сгруппированный. Всегда будет. То, что вы вытащили, будет сгруппирован. Вот то, чего вы добиваетесь. То есть вам нужно просто фон поменять. Попробуйте сами еще раз это сделать, чтобы осознать, что произошло. Все будет нормально. Можно вот так, толкание попками, можно вот их разрядить. Как вам больше нравится?